Актер из фильма «Табор уходит в небо» попал в реанимацию. Дмитрий Бузылев пребывает в клинике в тяжелом состоянии. Советский и российский актер Дмитрий Бузылев, известный по ролям в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс», попал в реанимацию. В настоящее время медики оценивают состояние актера как тяжелое, передают «Известия». Супруга актера отмечает, что Бузылев был доставлен в больницу неделю назад. У него была обнаружена язва желудка, после чего он был прооперирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ему сняли аппарат, и он сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации. У него были боли, и мы даже не знали от чего. Раньше у него никогда не было проблем с желудком, отметила она. Ранее корреспондент НЭТ сообщал, что актер Михаил Кокшинов находится в больнице в тяжелом состоянии. По материалам сайта news.com.